Женьке не страшно в такую погоду бежать? Нет. Надеюсь, не сдует. 15 секунд. Порывистый ветер в стартовом городке, снежная крошка, бьющая в глаза на трассе. В Серноводском лесу почти всегда холоднее и ветренее, чем в населенных пунктах. Тем не менее, настоящих спортсменов каким-то ветром не напугать. Они вышли на лыжню, чтобы сражаться за победу. Как погода тебе сегодня? Расскажи в двух словах. Погода 50 на 50, по-моему, потому что ветер в лесу дует и снег идет. Пока Дарья Малиновская отправилась в путь за первым местом, Егор Евдокимов только разминался. Юный спортсмен признался, несмотря на то, что недавно участвовал в стартах, лыжных гонок в этом году чрезвычайно мало. Ну, я был за прошлой неделе на соревнованиях. Но это мало все равно, да? Да, надо чаще. То, что будет теперь чаще, сомнений нет. Ведь весна уже на горизонте, а соревнованиям наконец-то дан зеленый свет. 9 марта в Серноводске прошли районные состязания по лыжным гонкам «Юность России». На трассу вышли школьники из Суходола, Кармала, Делякова, Серноводска и Кутузовского. Владимир Корягин однозначно заявил, хотелось бы больше. Мало участников, по всей видимости, мало катались на лыжах. И это соревнования такие не спартакиадные, здесь разыгрывается лично первенство, поэтому решили, наверное, участвовать на спартакиаде. Впрочем, на спартакиаде будут лучшие силы, а здесь были представлены те, кто занимается лыжами, кому нравятся лыжи, и даже те, кому они не нравятся. Рассказывай, как настроение? Ужасно. Сильно устала? Очень. А лыжи любишь? Нет. Зато честно. Возраста разные, дистанции также. Более мастеровитые, естественно, добирались до финиша первыми, остальные чуть позади. Но все получали свою порцию поддержки от педагогов и судей. 8.34. Так, есть. Чего не давай? А это не срез ловил? Нет, понятно. Давай, Рома! Довольны сегодня выступление своих ребят? Конечно. Молодцы, дружненько. Ну, мы проводили свои школьные соревнования, как раз вот 5-6 класс. То есть выбирали лучших лыжников, они и сами катаются, кого на соревнованиях как бы тренер записывает. А так, кто на школьных соревнованиях был, лучше те здесь выступают. Нормально, молодцы. Хорошо. А вот такая погода, это она как для лыж? Вообще нормально? И как? Наш зимний вид спорта. Лыжники тренируются круглый год в любую погоду. И в дождь, и в снег, и в морозы, и в метели. Так что дети всегда настроены на работу, на результат. Вскоре на финиш примчалась и Дарья Малиновская. Шансов конкуренткам в своем забеге она не оставила. Не замерзла на лыжнике? Нет, все замечательно. Лыжи у каждого сок. Ну, немножко холодно, а так все хорошо. Бежалась нормально? Да, все хорошо. Спартакиаде готов? Сама же районная спартакиада учащихся прошла 11 марта также в Серноводске. Об ее итогах читайте на страницах газеты «Сергиевская трибуна». Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.